сейчас интересный эксперимент будет. В эту горочку я подъеду или нет от Иваныча. Есть, подъехал. Нормально все. С места. Вот жизнь в деревне. Человек машину моет, но правда плюс 4, чем ему не мыть? Плюс 2 пускай. Решили быть мойте, Иваныч, плюйте, кто сейчас скажет. Вот мы в Новом Поле, деревня в 30 километрах по Гродненской трассе от Минска. К мамке приехал, вот тут нормально уже. Я почистил, все растаяло. Тут место разворота есть нормально, ну лед, но тут проехать можно легко. Сейчас мы тут развернемся. Ксарушка молодец. Въехал. Видно, что у дерева левым фонарем. Ну ничего. Вот тут наше место. Все, всем добра.